Даже хилый домашний цветок после пары капель этого оживает и пышно цветет очень долго. Герань, фиалки, спатифилум, орхидеи и другие цветы начинают пускать корни, листья становятся более яркими и крупными, а цветение становится более пышным и долгим. Уникальная натуральная оживляющая подкормка для растений в осенне-зимний период помогает поддерживать здоровый рост и развитие любых цветов, повышает иммунитет растений, стойкость к опасным болезням, помогает пережить растениям стресс, пересадку, нехватку света, перепады температуры. Данное средство активирует прорастание семян, ускоряет проживаемость рассады, делает растения выносливыми. И речь идет о цирконии, природном регуляторе роста растений на основе эхиноцеи пурпурной. 4 капли разводятся в 1 литре отстойной воды, далее используется как под корень, так и в качестве опрыскивания по листу. Повторять подкормку можно раз 10-14 дней. Остерегайтесь подделок на данный препарат. Заказать качественный оригинал с хорошим объемом 50 мл по низкой цене со свежими сроками изготовления вы можете, введя артикул, который вы видите на экране в приложении Wildberries, либо можете перейти по ссылке в комментариях или в описании под этим видео.